На праздничный стол хочу предложить вам запечь потрясающе вкусную, аппетитную и пикантную уточку. Сочетание маринада и сладковатых ноток ананаса идеально для птицы. Попробуйте обязательно. В качестве начинки предлагаю использовать беспроигрышный вариант. Яблоки, морковь и сельдерей. Что касается маринада, то тут всегда можно экспериментировать, добавляя любимые специи и ароматные травы. Например, чтобы птица хорошо пропиталась, оставьте ее в маринаде на ночь. Готовы узнать, как приготовить фаршированную утку с ананасом? Запоминайте рецепт. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Первым делом приготовим маринад. В чашу блендера отправьте очищенный имбирь, немного острого перца, 3-4 банки ананасов вместе с соком, уксус, соевый соус. 2. Измельчите все до однородности, посолите по вкусу. 3. Часть маринада отлейте, он пойдет на соус, а оставшийся распределите по птице, предварительно вымыв ее как следует и обсушив. Уберите утку в холодильник на ночь или даже на сутки. 4. Очистите и нарежьте кусочками морковь и яблоки, измельчите стебель сельдерея, поместите все внутрь птицы и аккуратно закрепите зубочисткой. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Выложите ее жаропрочную форму и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. 6. Для приготовления ананасового соуса в небольшом сотейнике соедините отложенные ранние ананасы, маринад и сахар, поставьте на огонь и после закипания проварите, помешивая, до загустения. 7. В процессе запекания, каждые минут 15-20, смазывайте утку вытопившимся соком, часа через 1-5-2, когда птица будет готова, достаньте ее из духовки, накройте фольгой и оставьте перед подачей еще минут на 20. 8. Непосредственно перед подачей полейте уточку ананасовым соусом, это невероятно вкусно, приятного аппетита. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Необходимые ингредиенты. Утка 1 штука, корень имбиря 1-1-5 столовые ложки, соевый соус 2 столовые ложки, уксус винный 2 столовые ложки, коричневый сахар 2 столовые ложки, консервированные ананасы 500 грамм, соль и перец по вкусу, стебель сельдерея 1 штука, морковь 1 штука, яблоко 1 штука, острый перец по вкусу, количество порций 8-10. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Буду скучать без вас.